Ох, какие времена были, и хорошо, что в прошлом. Зачем людей-то облапошивать ценниками? Зачем? Все понимают, что смена масел и фильтров в 75% случаев это только подъемник или эстакада. Вот, собственно говоря, и все. Зачем как-то развлекать таких покупателей? И зная о том, что сервисов у нас пруд-пруди, подумайте о вашем удовольствии. То есть в ценник вы не влетаете, а получаете то, что вам необходимо, с достойным отдыхом. И все это для вас в компании «Уралавто», которая продает один из лучших автомобилей Kia в Магнитогорске. Наш сервисный центр оснащен в соответствии со стандартами Kia, что позволяет гарантировать качество сервиса и ремонта, а также участие во всех гарантийных и сезонных акциях, дополнительно выгодные для клиента. Многие говорят, что ТО официального дилера стоит дорого. Приезжайте к нам и убедитесь, что это не так. Весенняя акция от «Уралавто», плановое техническое обслуживание, а 2000 рублей и мойка в подарок. К слову, а вы проедьте и прокатитесь, и поймите, что автомойка по вполне адекватной цене. Ну поверьте, а потом и я, конечно, понимаю, что моек в городе пруд-пруди. Но тема ваша-то другая, отдать автомобиль в руки профессионалов, кои здесь и присутствуют, и отмоют, и пропылесосят, и вернут первоначальный блеск. Я считаю, что это лучшее из правил, прописанных в истории «Уралавто». Выполняя сервисное обслуживание или ремонт, мы используем оригинальные запчасти и специализированное оборудование. Наш сервисный центр имеет 14 постов, что позволяет быстро и качественно выполнять большой объем работ. Наличие кузовного цеха позволяет напрямую сотрудничать со страховыми компаниями и выполнять все виды кузовного ремонта. Ремонт осуществляется в строго регламентированные сроки и с высоким качеством. Иногда такое случается, но бывает, и вам необходимо покрасить ваш автомобиль. Так вот, в Kia ставим новые детали и красим. Подбор краски выполняется специалистами. Ремонт осуществляется в строго регламентированные сроки. Вам не нужно ждать очереди, чтобы восстановить ваш автомобиль. В случае сложного ремонта вы всегда сможете воспользоваться опцией «Подменный автомобиль». У нас четко организована логистика поставки оригинальных запасных частей и все рабочие процессы. Поэтому наши клиенты всегда знают, сколько проведет времени их автомобиль в сервисе. Это позволяет рационально планировать время, не тратить его на простой или поиски запчастей. Скорость и высокое качество выполнения работ – вот что ценят постоянные клиенты автоцентра «Уралавто». Статус официального дилера позволяет нашему автоцентру принимать участие в официальных сервисных программах, таких как «Быстрый сервис Kia». Если вы планируете посетить сервисный центр, но при этом ограничены во времени, то эта программа именно для вас. Мы гарантируем запись на сервис день в день, 60 минут – максимальное время выполнения сервисных операций в рамках программы. Пока мы обслуживаем ваш автомобиль, вы можете отдохнуть в клиентской зоне за чашечкой кофе. Ряд дополнительных услуг и акций делает обслуживание в сервисном центре «Уралавто» еще более выгодным и доступным. В сервисном центре «Уралавто» вы получите полный пакет сервисного обслуживания, компьютерная диагностика всех электронных систем, обслуживание и ремонт топливной системы, установка всех типов сигнализации, монтаж дополнительного оборудования, продажа оригинальных запчастей, дополнительного оборудования, аксессуаров Kia, все виды кузовного ремонта и профессиональную полировку кузова, шиномонтаж, балансировка, постгарантийное обслуживание вашего автомобиля. Свяжитесь с нашими консультантами, чтобы уточнить регламент планового обслуживания, согласовать удобное время ремонта или получить информацию об актуальных спецпредложениях. Официальный сервисный центр первого дилера Kia в Магнитогорске – компания «Уралавто». Белорецкое шоссе, 17, телефон 22 85 00, код города 35 19.